Здание театра оперы и балета вот так очень своеобразно, авторски, я бы сказала, в игровой манере представила Лидия Ерохина, которая расписала вот этот вот такой деревянный ящичек, можно сказать, да, но он выглядит очень празднично, позитивно, и за счет как раз вот этого использования урало-сибирских приемов росписи это впечатление усиливается здесь на выставке. Галерея Мэрис Арт представляет выставочный проект «Огни на камень». Это четырехчастный проект по гранту президентскому в честь 300-летия города открывается этот проект. И сегодня вы видите уже третью выставку проекта, которая называется «Пермь про искусство». Искусство имеется в виду в широком смысле слова, что у нас ценного в нашем городе из области искусства, помимо художников, работы которых здесь, безусловно, представляют высокий, очень классный уровень. А здесь еще и напоминание и о коллекции деревянной скульптуры, это работы Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной в разных техниках, очень авторские приемы используют все эти авторы, и это, безусловно, вот такая очень значимая ценность этого проекта. Кроме того, к теме про искусство, безусловно, относится и деятельность наших театров. Здесь особенно хочется отметить театр оперы и балета, в котором во время Отечественной войны находилась труппа Мариинского театра, тогда Кировский театр оперы и балета. И вместе с этим театром приехала Татьяна Георгиевна Бруни, один из крупнейших и самых основных таких мастеров классического театрального искусства. И здесь представлены работы Татьяны Бруни, которые, в общем-то, являются, ну, очень большой ценностью для любой коллекции. Для этой выставки, безусловно, это вот тоже эксклюзив такой. К теме эксклюзива может быть отнесены еще и произведения Лидии Ерохиной, где она тему оперного театра переосмысливает вот так очень игрово и своеобразно, и при этом вот эти росписи выполнены в традиции урало-сибирской традиции, и при этом здесь мы с вами видим вот такой театральный прием, подход к изображению. Ну и здесь же еще мы с вами видим произведение классиков пермского искусства Ивана Борисова «Образ балерины» и Анатолия Филимонова. Вот здесь вы видите образ нашего оперного театра и театр юных зрителей. Это работа Владислава Дегтева. И здесь же мы с вами видим несколько таких образов в стиле комедии дель арте работы Константина Николаева.